Здравствуйте, меня зовут Крутикова Татьяна. Следующая наша лекция про учет расходов при применении упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы. А несмотря на то, что перечень расходов при упрощенке ограничен, все-таки есть много спорных и неурегулированных вопросов, и мы именно о них и поговорим. Смотрите на видео «Консультант».